Здравствуйте, дамы и господа. Ну вот вы и снова на канале Вань-Вань на рыбалке. И мы опять на ротанчике. Пытаемся чего-то поймать. Сегодня немножко ветерок, но рыбка уже поклевывает. У нас кое-что есть вам показать. Ну, как говорится, если так брать, ну, экземплярчики есть уже достаточно неплохие. Вот, пожалуйста, ножичек вот такой. И ротан вот такой. Нож в руке. Вот такая вот рыбалочка. Смотрим, не переключаемся. Да, один в один, дед, братья-близнецы. Но у тебя оторвал, похоже, более крупный. Все, дед, тебя снимает скрытая камера. Не надо. Как не надо? Куда ты денешься? Не. Звезда Ютуба будешь. Не надо. А успокойся ты. Она будет стоять все время. Хоть ты закрывайся, хоть не закрывайся. Тебя все равно знают. Это в лицо. Мелюзга. Я уговорил одного с трудом. Почти подо льдом, дед. Да, дед, меняется. Ветер поднялся. Вот такие вот монстры клюют. Как его правильно-то взять? О! Ты, блин! Вот
такие вот красавцы. Убежал. Зря. Я бы его сейчас отрезал. Отрезал. Да. Выпнуло. Аж скинуло. Помощь! Спасибо!
Вырос, такая есть работа? Нет. А что? У меня такая одна. А вот тут катушка идет, вот протестно разобрался. Обычная катушка, просто прямоугольной формы. Да не продаются, это жерлица Петрова называется. Стоит она что-то 350 рублей, что ли. Одна. Обычная просто прямоугольная катушка, и все, она вся складывается сама в себя. Пойдем посмотрим. Все равно не клюет. Она вообще не разборная, она вся вот единая, она складывается сама в себя, вовнутрь, все. Флажок снимается, флажок в нее укладывается, и она вся складывается. То есть ни катушку отцеплять не надо, ничего, она просто спимена. Да, да, она просто складывается. Где? Получается, мы второй раз на льду. Ну, я, по-моему, в субботу, в воскресенье вот ездили. Не в воскресенье мы были 24-го, 4 дня назад. А можно воскресенье? Не-не-не. Пятницу. Пятницу мы были. Вот же наша лунка. Да, мы здесь же сидим. Вот она наша лунка, где мы сидим. Клюет сегодня. Чуть лучше по результативности, чем... Ой, блин, вот темна. Просил. Так, ну вот, друзья, немножко мы порыбачили. Наш результат вот такой вот. Продолжаем рыбачить. Что из этого будет дальше? Смотрите, не переключайтесь. Я надеюсь, с дедом мы сегодня на несколько лайков-то заработали. Пишем комменты. Ротан, в принципе, неплохой. Отчасти пойдет на копчуху. Продолжаем рыбачить. Что-то по звукам, как будто жерлица. Поскрипывать. Пойдем посмотрим. Ротанчик тоже клюет выходами. Клюет выходами. Попробуйте, говорит, наловить.
медленно-медленно кучка прибавляется. Начал жарить, показал. Пожарил и накормил мужиков. Ну а чего нет-то? Что-то у меня сегодня на эту лунку ни разу, блядь, не клюнул. Ну, бывает, блядь. Растопырился. Так, ну смотрите, завтра я буду на Заболотной. Заболотная 18/2, автосервис Апсу. А, вот так. Нет, сегодня я не на работе. Сегодня я сам за. Проговорил на нытье. Хорошо выйти. Да. На нытье, дед. На копчуху. Не хочет. Вот такая вот куча. Медленно-медленно, но собираем. Вижу, хватает, блин, да. Господи, не влазит, блин. Хватает, пришел. Не, он мажет мимо крючка, дед. Вот, тащит. Ну. Я вижу, вон он тащит. Нельзя сказать, чтобы не ловился. Ну и как утром, дед, как пришли, блин. Он поклевал, блин, минут. Вовремя мы попали. Видишь, по темноте он тоже не клюет нафиг. И фиг его угадаешь. Вот он поклевал утром полчаса. Активно. Но опять же, крупные нет-нет, да простреливают.
здоровых с тобой не ловить. Я не думал, что я обычно всегда с тобой мелочи. Ну видишь, есть, есть. Он сегодня более-менее нормально поклевал. Ну, обычно съем, идем в Ваську, когда Вася, я мальчик. Пойду тудой. Ну вот, друзья, заканчиваем мы нашу рыбалочку поимкой последнего ротана. Вот такого вот. Вот такой вот ротанчик. Последний. Все, будем собираться до дому, до хаты. А вам, друзья, рыбалку любите. На рыбалку ходите. До встречи на водоемах. Ставим лайки. Ну, кому совсем не понравилось, ну, пальцы вниз. А так, удачи, счастья вам и любви. Всего доброго. И вот такой вот результат нашей рыбалочки. В принципе, достаточно неплохо. На двоих наловили немало. Желаю вам таких же успехов на ваших рыбалках.